Из Чебоксара в Москву, из Москвы в Тюмень, из Тюмени. Из Москвы в Нагасаки, из Тюмени на Марс, блядь. Бородач. Вот она ад. Я живу. Я его знаю. А ты его слышишь, что ли, или что? Ну, конечно. Я здесь сквозь это расстояние слышу. А, Саня, 50 рублей. Михалыч, если тебя на бой Шилов пригласит, ты его примешь? Нет. А мне эхо, что, эхо, что ли, наушники? Как ты слышишь? Я же наушники слышу. Это я и так почувствую. Не, ребят, не буду принимать, потому что, во-первых, блядь, не хочу из этой всей хуйни. Был бы какой-нибудь там, я не знаю, Симонов, блядь, Савельев, какая-нибудь такая, ну, как Вежелин. Вежелин, да, блядь, я бы еще принял. А это, не, почему нет? Во-первых, мне многое с ним связывает, это раз. Во-вторых, не хочу первым делать. А Херомира себе не звук? Я бы его поцеловал. На ринге, да? Да.